грязь, это богатство. Это золото. Это тебе к большому богатству. Как бы сбылось, мама. Уж сколько я снов видел. И денег-то у меня много, и одет-то я очень хорошо. И женюсь на богатой. Проснешься, хватит, а нет ничего. Перестану верить снам. Что ты, как можно снам не верить? Один обман. По твоему старанию тебе давно надо миллионщицу приспособить. Должно быть, счастья нет. Говорят, грибы искать, и то счастье нужно. А уж богатых невест и подавно. А может, маме, мне это счастье суждено? Может, оно ждет меня где-нибудь, вот только я не знаю, куда идти, где его искать-то. А ведь это мамика, с одной стороны, даже заманчиво. Мамика! Мамика! Вот я, бедный молодой человек, решительно голь. Ну, голь, как есть, по всей форме. Хожу себе, гуляю где-нибудь. В мечтах-то я, мамика, представляю себя брюнетом и с усами. Так вот, гуляю. Вдруг вижу в окне даму или девицу. И вот, мамика, дом, в котором я ее увидел-то, мой. И сижу я поутру за чашкой кофею в розовом халате. Лютики, цветочки у меня. Мечты ведь это все, мой друг, так? Все одно облако. Маменька, ну зачем вы меня прервали? Вы не знаете, какое это удовольствие мечтать. Мечтай, мечтай, бог с тобой. А вот сон твой в самом деле хорош. Праздничный сон до обеда сбывается. Подождем. Коль до обеда не сбудется, ничего не будет. Надо его из головы совсем выкинуть. Лютики, цветочки у меня в садочке. Милая, любимая, не дождусь я ночки. Ноченька, приди скорей, приведи желанную. Взлипай со сорванной песнею обманною. Ни-та-ди-та-рай-ра, край-на-рай-на-рай-на-ра, най-на-ра-ра-рай-на-ра, ра-та-та-та-рай-ра-ра. Ноченька, приди скорей, приведи. Красота моя неописанная. Молодой вьюнош, чем дарить будешь? Кого? Меня. Ой. За что? А много будешь знать, скоро состаришься. Ой. Чем дарить-то? Права у меня ничего нет. Теперь нет, после будет. Каков кавалер, а? На лед убьешь? Крикнул, гаркнул, фивка-бурка, вещи и каурка, встань передо мной, как лис перед травой. В одно ухо влез, в другое вылез, стал молодец, молодцом.
Сидит королевишна в своем новом тереме на 12 венцах. Подскочил королевишне на все 12 венцов, поцеловал королевишну во сахарные уста, а та ему именной печатью в лоб и напечатала для памяти. Миш! Миш, да ты что, с ума, что ли, сошел? Как же, маменька, вдруг человеком могу сделаться? По неволе с ума сойдешь. О, Господи! Да... Удавить Матрёну мало. Миш! Бог подаст, Бог подаст! Чайку не угодно ли? Пила, матушка, пила. Раз в четыре уж меньше пила. Форм-то соблюдаешь? А проб-то от него немного. А чай-то? Матрёна, сбегай в лавочку. А к чего бегать-то, когда дома есть? А водочки? А я ни от чего не отказываюсь. Все добро, все на пользу. Ничем не брезгую. Я не закусываю. А в одном доме хотели надо мной насмешку сделать? Да. Вместо водки принесли рюмку ладиколона. О, скажите. Ничего, я выпила, да еще поблагодарила. А от него ведь вредок нет. От ладиколона-то. Акулина Гавриловна, чем же обрадуете? Будто не знаешь. Ты ведь заполонил-то, так должен знать. А девка-то теперь сохнет. По стенам мечется, видит беду неминучую за мной сейчас. Посольскую должность мне ведь не в первый раз править. А если рассудить хорошенько, так нас, свах, надо бы на всякими разными чинами жаловать. Вот не будь нас, ну и конец. Род человеческий прекратится. Да от кого же вы, Акулина Гавриловна? Сам догадайся, где с утра до ночи основу-то снуешь, а не знаешь? Он-то ходит под окнами, манирует, она ему со второго этажа пленирует. Да неужто же от Ничкиных? В самую центру? Господи, Господи! Что это с ним? От любви. Еще хуже бывает. Любовь-то она жестокая для сердца. Нет ее ужасней. За неверность кровь проливают. Будя. Чем же они, Акулина Гавриловна, вас к нам прислали? Насчет знакомства. Сегодня вечером и приходите. Они деликатным манером пригласят вас чай кушать. Ой, батюшки, батюшки, батюшки. Эх, любовь батюшки. Действует. Интересно узнать, как насчет приданого. Золотая невеста. От отца досталось 300 тысяч серебра. Я с ума сойду! Я с ума сойду! Ишь, как его схватывает. И собой-то уж очень красавица. Аккурат, пельсик. Сон-то, маменька, в руку! Ой, 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 ухо! Господи, я ж тебе говорила! Зачем ты завиваешься? Так же тебе лучше, натуральнее. Я тебе не полихмахтер. С меня чего взять? Я тебя просил завивать волосы, а не уши. А зачем такие великие утрастил? Иншел полихмахтер. Ну вот, маменька, вот, удавить ее мало. Где мой карандаш? А я почем знаю. Какой же ты после этого писарь? Когда карандаш потерял. Какой я тебе писарь? Ведь карандаш для тебя, это все равно, что у солдат ружье. А конечно, солдаты ружья теряют. Мамец, я теперь получаю 120 рублей в год жалование. Мы их и проживаем. Угу. А как будет 300 тысяч, то если так по 1000 в год, все-таки на 300 лет мне хватит. Ой, батюшка! Неужели ты
сколько лет прожить хочешь? Это же... Ну а что ж, Мань, при хорошей этой жизни, может, и проживешь? А если по две в год? Все на 150 лет хватит? Маменька, ну? Я пойду на двор посижу. Пусть немного ветром обдует, а то в голове много мыслей об жизни. Миша, не думай! Не думай! Думай, хуже будет! Миша, есть такие французские слова, очень похожи на русские. Ты их заучи. А какие, маменька, слова? Ты все время говоришь, я гулять пойду. Это нехорошо. Ты лучше скажи, я хочу променаж сделать. Да, променаж это лучше. Я их много знаю. Человек не стоит внимания, как сказать? Дрянь. Ну, это как неловко. Лучше скажи по-французски. Гольтипа. Гольтипа? Да. Хорошее слово. А если вдруг кто заважничает, ему фарс собьют, это ассаже называется. Ассаже? Да. Тоже хорошее слово. Душа моя, непонятно для меня. Я всегда боюсь мужчин, особенно в кого влюблена. Чего ты боишься? Что, они кусают? Уж лучше бы говорили бы прямо, а то заведут такие разговоры издалека. Просто не знаю, что отвечать. А я никак не могу воздержать своих чувств. Могу сделать что-нибудь. Могу все чувства потерять. Не бойся, я буду с тобой. Ох, я умру. Ой, не вздыхай, так лопнет что-нибудь, ну. Дяденька, это вы у меня жениха испугаете. А? Какого жениха? Право, испугаете. Ну, пошла прочь. Неприлично так с барышнями говорить. Нынче не принято. Да и кто такая? Подруга моя. А, из благородных? Из купеческих. А, невелика птица. Образованная. Невежда. Да, ой, боюсь. Вам сказать, чтобы вы с ней были посмелее. Ну! Она у нас очень рабка. Да вы ничего не конфузьтесь, у нас просто. А где же ихняя маменька? А, переодевается. Не подходите ко мне близко. За что такие немилости? Мужчинам доверять никак нельзя. Но я могу себя ограничиться. Все так говорят, но на деле выходит совсем противное. Я мужчин не виню, им все легко и доступно. Но наша сестра должна опасаться по своей горячности к любви. Что вам лучше нравится, зима или лето? Лето. Лето можно гулять. А зимой кататься. А вы какие ягоды лучше любите? А вы какие? Клубнику со сливками. А я крыжовник. Ну как же можно, он же колется. Ах, зачем мы рождены с такой слабостью? Мужчины все могут над нами. Как же я могу без вашего расположения? Как вы считаете, что лучше? Мужчина или женщина? Ну уж нашла сравнение. Курица не птица, женщина не человек. Маменька, не срамите себя. Слыхали?
Двужильные лошади, говорят, бывают. И не устают никогда, и не надорвутся. Прошу вас. Ну, как у вас было? Я ужас как люблю откровения в любви от своих подруг. Одна минута, и все навек кончено. Ох. Вы читаете газеты? Читаю. Вот я хотела вас спросить, не читали ли вы ничего про Наполеона? Говорят, опять на Москву идти хочет. Ну, где же ему теперь? Он еще в Нове у себя не успел устроиться. Пишут, что дворцы да комнаты отделывает. Ну, слава богу. Прошу вас. Да вот еще, скажите мне. Говорят, царь-фараон стал по ночам из моря выходить. Ну? И с войском. Покажется, опять уйдет. Покажется, опять уйдет. Говорят, это перед самым концом. Очень может быть. Как жить на свете? Какие страсти! Времена-то какие тяжелые. Да говорят, белый араб на нас поднимается. Ступайте, ступайте. 200 миллионов войска ведет за собой. Ступайте, ступайте, позову потом. Откуда же он, белый араб? Из Белой Арабии. А, в газетах как-то глухо об этом пишут. Времена такие. Узко как платье-то на вас сшито. По модис. А он у меня всегда по моде одевается. Маменька моя. Слыхали? Говорят, какая-то комета или планида идет. Так ученые смотрели на небо в метроскоп и подсчитали все точно, по цифрам, в который день и в котором часу она на землю сядет. Господи, разве можно знать про Божью планиду, когда у всякого человека есть своя планида? Ну, что это за разговор? Так о чем же говорить-то? Маменька, не сломите себе. Вы стихи читаете? Я больше всего чувствительными стихами занимаюсь, которые выражают любовь, разные страдания. А то много ведь теперь стихов написано и таких, которые ничего не выражают. Так это для меня неинтересно. Прочтите нам что-нибудь, мы послушаем. А у меня дома тетрадка есть для стихов. Вот я в нее и вписываю. Если прикажете, я принесу столько, что хороших стихов нынче достать негде. Злой пастух, весь твой дух. Юшка! Юшка! Ой, камушка, орешки поколоть. Братец, братец, вот наши новые знакомые. Ой, здрасте, здрасте, милостивый государь. Чайку не угодно ли? Угу. Миланья, чаю. Служить извольте. Служусь. О, хорошее дело. Всякому свое. Купец торгует. Чиновник служит. А шатун шатает свой. Я, сударь, с вами про наше купеческое дело буду говорить. А в нашем купеческом деле... деньги важная вещь. Деньги, деньги всякому приятно иметь. Ну, а кому приятно иметь, тот наживи. Трудно наживать-то по нынешним временам. Особенно, если человек со вкусом просто должен страдать. Хочется жить прилично, а способов никаких нет. Вот хоть бы я. А, по-моему, такому человеку, который не умеет достать ничего, не то что в богатстве, а и совсем жить незачем. А куда же их девать? В черную работу, землю копать. Какой, сударь, чин носите на себе? Первый. О, вам до генерала еще далеко. А много ли жалования по своим трудам получаете? 120 рублей. Ну, это по-нашему, значит, в одном кармане смеркается, в другом заря занимается. По-татарски йог, а по-русски нет ничего.
Ой. Чаю, братец, чайку. Сударь. Ну, так вот, сударь, сестра у меня дура набитая. Ну уж, братец. Что, ну уж, что? Не запрягала еще. Больше всего я боюсь, что она и жениха-то такого же дурака найдет, как сама. Господи, у них такое состояние, что век с зятем не прожить. А бедного человека могут и осчастливить. Да ведь деньги-то ее муж наживал не для того, чтобы она их мотала и проживала. На деньги дело надо делать. Да. Но дочь-то отдаст, нужды нет, а вот денег-то жалко. Жалко, брат, жалко. Да, вот другому-то из них и цена-то 2 копейки ассигнациями, а он успеет охотить дуру какую-то, так еще форс показывает, мне говорит, вот сколько денег, давай, да, приданный, давай, самый лучший. После таких слов нам здесь делать нечего. Маменька, я этих слов на свой счет не принимаю. Нет, я на ваш счет. Вот маменька-то ваша поумнее. Сейчас поняла. А я за большим, пожалуй, не погонюсь. Мне хоть бы что-нибудь дали. Ведь у тебя ни гроша нет. Так тебе все, барыш, что не дай. В таком случае прощайтесь. Не ожидал. Прощайте. Спасибо за удачу. Пожалуйста. Приходите еще. Нам без дураков скучно. Дяденька, я умру. Ой. Сделайте как без чувств. Ну. Ой, батюшки. Что с ней? Ничего. Ой, пройдет. Я тебе говорила, Миш, что праздничный сон до обеда. Как бы я его в будни видел, совсем бы другое дело было. Вот, маменька, если бы я был генерал.
Опять прервали. Ну, зачем же? На самом интересном месте. Говорить. Есть же люди на свете, которые стыда не имеют. Ой. Поехали. Конечно, мы люди маленькие, но надо немного совесть знать. А у меня совесть-то чище золота. Одно слово – хрусталь. А что прикажешь делать, когда такая Катя вышла? Ну уж я вам за свою провинность теперь заслужу. Но, признаться, я от тебя, кроме насмешки, ничего ожидать не могу. Не такая у меня душа. Ежели я против кого виноват, я пополам разорвусь, а вдвое заслужу. Во какая у меня душа. Хашана, в нынешнем свете такой добродетелью жить трудно, милая. Я тебе верить не могу. Мы люди бедные. Какой тебе интерес? А я тебе скажу. Тр-тр. Хорош, который жених ловкий, он без свахи невесту найдет. Ну, а твоему-то без меня этого дела не состряпит, значит, я с него возьму, сколько мне захочется. Без расчета тоже в нынешнем свете жить нельзя. У меня такая краль есть на примете. Она вдова с большим капиталом от этого самого скучает. И даже так, я тебе скажу, у нее такая тяжесть напала, вроде как болезнь. Ну, сразу с докторами советоваться. А доктор ей говорит, вам, говорит, лекарства никакого не нужно, только чтобы развлечения и чтобы непременно замуж шли. Ну, а она что? Ну, она ему сейчас 3 целковых бумажку в руку, порядка знает. Нет, я насчет того, чтобы замуж идти. А, я, говорит, замуж не прочь, то где его найдешь? Дома-то сидя. А я-то говорю, на что? Ну, говорит, хлопачи. Ну, а как насчет состояния? Сверх границ. Матрёна, извозчик, поворачивай! Садись, садись, Алла Петровна.
написано и разрисовано, все ли ты здоров? А у нас все здоровы. Быки, коровы, столбы и заборы. Невесту нашла. Ну уж не надо. Опять тоже будет. Я сам нашел. Где же это? Так я и сказал тебе. А ничего у тебя не выйдет. А вот посмотрим. Ну вот ты сам рассуди. Какую тебе невесту нужно? Мне? Обыкновенную невесту. Нет, не обыкновенную. Да. Вот ты послушай. Ты человек глупый, значит, тебе... Видишь, ты дурака нашла. Ну уж ты поверь мне, я человек опытный. Ну, да-да. Обманывать тебя не стану. Какой ты, Михаил Дмитриевич, как посмотрю я на тебя, спорить здоровый. Как же мне не спорить, когда она дураком меня называет? Она лучше тебя знает. Коль называет, значит, правда. Что вам от меня надо? Ты не шуми. Я не шумлю. Ты не шуми. Ты возьми терпение, выслушай. Ты глупый человек. Знаешь, тебе искать у меня себя невесту нельзя. Само собой. Вот, значит, надо тебе искать глупее себя. Вот такую я тебе... Ты что ко мне пристаешь? Ты что, думаешь, я вам на смех дался? Нет, погоди у меня еще. А что ты сделаешь? Я? Я знаю, что сделать. Я на тебя и суд найду. А, суд? Ты что? Ты что, в уме ли? Ты думаешь, я испугалась? Люди! Акулина! Люди! Люди! Люди добрые! Люди! Люди! Не спи! Не спи! Давай судиться! А ну, проходи отсюда! В какой суд мне жаловаться пойдешь? Это мое дело! Нам с тобой суд будет особый! Позовут на глаза, ждать решение! А для меня все одно! А я... что ты станешь говорить? Какие пороки меня станешь доказывать? Да ты... Да, Миша! Да ты слов ты не найдешь! А я и то скажу, и другое скажу! Вот нас с тобой сейчас и решат! Мне привилегию на лице напишут! Да какую... Какую привилегию? Какую? Против тебя привилегию! Ага. Что я за всегда могу быть лучше тебя и во всем превозвышена! Ариана! Мадам? Уж я к тебе больше по гроб не приду. Потому мой друг, что хлеб за брюхом не ходит. Поехали. Ой! Ой! Удавить тебя мало. Ну, вас всех к черту. А я его соследила, куда он ходит. Куда же? Тут, близёхонько. Так он не прямо ходит. Он круг большой делает. Это чтоб соседям виду не показать. Будь ли толк какой-нибудь? Так надо полагать, что и тут он ничего себе не выиграет. А чё это, Матрён, так думаешь? Мало виду из себя имеет. Польститься-то ведь не на что. А какие? И чином он еще не вышел. А как их по фамилии, куда он ходит? Пижоновы. Кто же они такие? Сами по себе. Как это так, сами по себе? Вот так, по своей части. Эх, и ты бестолковый. Что, они служащие или купцы? Должно торгуют. Да кто у них из женского-то пола? Две сестры и обе девки. Они сидят в заперти все одно, что под замком. А чего же? Такой приказ от братьев. Зачем такой приказ? Очень на мужчин бесстыж. Но это просто стран. До того, говорит, зависли, так это просто беда. Лютики, цветочки. У меня в садочке смелая, жестокая. Thank you.
Бальзаминов, что это с вами? Я вас жду. Ступайте, я сейчас выйду. Я Лукьян Лукьянович. Извините, Лукьян Лукьянович. Нехорошо, я... Стой, ну-ка, что это, а? Осинчук, а? Красавица! Ну ладно, иди. Что это у Бальзаминов не своя тарелка? Я... Нет, это все в сторону, вы мне скажите. Вы выполните то, что обещали, или нет? Непременно. То, а, что? Стой, тихо, псалон! Давай! Ой, как отспорить, а? На покрова пошел, а что, брат? Укатали тебя? Прошу. Стало быть, как договорились, да? Уж ежели я что, Лукьян Лукьянович, обещался... Ладно, рассказывайте, знаем вас. Так вот, Бальзаминов, вам нужно башмачником нарядиться. Зачем же это? Обязательно надо башмачником, иначе никак нельзя. Я с ним договорился. Иначе как вы к ним в дом войдете? А так, вы позвоните у ворот, вам отворят, расскажите, я был башмачник, пришел барышням мерки снимать. Вот, а там уже все знают. Вас сейчас же к барышням и отведут. А что же потом? Что потом, вы влюблены или нет? Влюблен? Надо же вам когда-нибудь открыться. Кстати, письмо передадите. Моей дадите вот это письмо. Своей признайтесь в любви. Скажите, что хотите ее увезти. Встаньте на колени, досмотрите, не перепутайте. Моя старшая, ваша младшая, моя Анфиса, ваша Раиса. Да, правильно. Ну, помилуйте, как можно? А вы, Лукьян Лукьянович, уж открылись? Я? Давно. Мы их, Лукьян Лукьянович, скоро увеземся. Ну, как будут согласны, так и увезем. Только бы, Лукьян Лукьянович, как бы нам не ошибиться насчет... Насчет денег? Нет, насчет этого, господин Бальзаминов, я никогда не ошибаюсь. То вы, а то я. Они сестры, у них поровну капитала от отца осталось, понимаешь? Братья-то, давай не выдают их замуж, ты денег жаль. Ну-ка. А? Слушай, сапожник, настоящий сапожник, башмачник. А? Башмачник, смотри. Похож, а? Похож, да, башмачник, а? Эй, стой. Слушай, Бальзаминов, я тебе даже завидую, знаешь? Стой, ну-ка. А, красавец, стой, тебе говорят, слышь? Ну-ка, подними. Я тебе даже завидую, Бальзаминов, понимаешь? Ты будешь разговаривать с любимой женщиной, а тоже страдать по одиночеству. Возьми письмо. Давай! Стой, ля-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 
нехорошо, и от товарищей тоже. А если тебя высекут, а? Высекут, высекут, высекут! Что же это? Лукьян Леонидович, я не пойду-с. Кажется, сами посылаете, а потом говорите, что высекут. Ну, я пошутил, понимаешь? Что-то шутки не понимаешь? Не перепутай. Моя Анфиса, твоя Раиса. Мне все равно. Ступай. Вот дурень-то, а? Эки олух-то воображает, будто в него влюбятся. Впрочем, если смотреть на жизнь, так сказать, с философской точки зрения, то и такие люди полезны. Кого ночью заставишь башмачником вырядиться? Это дело может мне обойтись 150 тысяч. Ну, пусти, честное слово, ну, послушай, пусти, пусти. Тоска, Анфис. Тоска, Раиса. Ой, Ваша, как скучно. Хоть волком вой.
выходил, Панфис, поскорее замуж, тогда своя воля, а то ведь это тоска. А за кого я пойду? Да я уж лучше помру, а не пойду за тех женихов, что братца-то сватают. Невежество-то мне и дома надоело. А мы сами немножко виноваты. Чего это? Тогда как тятенька-то помер. Уж мы очень много себе воли дали. Да, золотое было времечко. Хоть есть чем вспомнить. Юга! Сидрой! Ла-ла! Мон папаша не сипа! У-ла-ла! Же сюзен и ротель! У-ла-ла! А Париж сюзан дуа! Алло, мама! Алло, папан! Алло, мама, сидро левой фу! Анфиска, Раиска, кончай, сидроль. Ну, пошли в дом спать. Штуку. Бежать с Лукьяном Лукьянычем. Ой, что ты, сестрица, как-то можно? А что ж такое? Взяла, да и ушла. Жалко мне, что только вот здесь. Конечно, пока мы здесь живем, так братья над нами власть имеют. А как из ворот, так и кончено. И деньги свои потребую, какие мне следуют. Это, я думаю, страшно, сестриц, когда увозят. А, ничего, Раис, не страшно. Да ведь меня уж увозили, ты помнишь? Помню. Только ты тогда быстро воротилась. Ой, змея! Ну, ищу! А, что старое вспоминать? Пришел! Пришел! Башмачник пришел. Какой башмачник? Какой башмачник? Не знаю, какой, не знаю. Говорит, знакомые послали барышню мерк снимать. Братья, где? Пошли в дом спать. Иди открой. Ругаться будут. Иди, иди, иди. Однако, как вы смелы. Любовь все преодолевает. Химка, беги, постереги. Коль в доме кто проснется, дашь знак какой-нибудь. Лукьян Лукьяныч, давно ли видели? Я от них к вам письмо имею. Давайте. Лютики, цветочки, у меня в саду.
все готова. Доказательств моей любви вы видели много. Для вас я бросил свет, бросил знакомства, оставил все удовольствия и живу более года в этой дикой стороне, в которой могут жить только медведи да бальзаминовы. Если хотите, чтобы мы оба были счастливы, сегодня, когда стемнеет и ваши улягутся спать, выходите в сады. В переулке сзади вашего сада я буду ждать вас с коляской. Забор вашего сада в одном месте плох. Да. Мы разберем несколько досок, и вы будете на свободе. Мы с вами поедем верст за 15, где меня ждут мои приятели, и уже все готово, даже и музыка. Ах, Раиса, вот что значит благородный человек. Увозит девушку, все устроил отличными манерами, притом даже с музыкой. Ну, кто, кроме благородного человека, это сделает? Никто решительно. И что ж ты поедешь, Анфис? Еще бы после этого, да я бы не поехала. Это было бы даже неучтиво с моей стороны. Впрочем, может быть, вам ваша жизнь нравится? В таком случае, извините, что я предложил вам бежать со мной. А чего же он об нас так низко думает? Может, если вы сегодня не решитесь, я завтра завтра уезжаю на Кавказ. Благодарствуйте, господин Бальзаминов. Погодите, ответ я сейчас принесу. О, извините, что заставили вас дожидаться. Ничего-с. Очень приятно-с. Они куда же пошли-с? Ответ писать. Они скоро-с. Мы скоро не умеем, для этого привычка нужна. А мы, кроме писем, ничего не пишем. Ну, пошел, араб, пошел отсюда. Я теперь все скучаюсь. А мы тоже скучаем. Да вы, может быть, не от того-с. Да от того, что сидим взаперти и не видим никаких развлечений. А я от другого-с. От чего же вы? Я даже по ночам не сплю-с. Так, может, вы днем спите? Нет, совсем не от того-с, от чувств-с. Я так себя чувствую, что я самый несчастный человек в жизни. Да что вы! Мужчина завсегда счастливее женщин. Ведь у женщины все несчастье заключается от того, что она завсегда подо что-нибудь подвластна. А у мужчин все несчастье заключается от любви-с. А кто же эта женщина, которая сумела вас прельстить собой? Может быть, вам будет противно меня слушать? Нисколько не противно, совсем даже напротив. В таком случае позвольте вам выразить, что эта женщина, вы самая есть. Ах, скажите, я этого никак не ожидала. Для моей любви нет слов-с. Я так вот желал бы выразить, но никак не могу-с. А вы давно в меня влюблены? В четверг после обеда, на прошлой неделе. Так это недавно. Могу больше. А может быть, вы не постоянный кавалер? Ну, это я считаю в мужчинах за низкость. Ах. Ну, а если так бежать, вы согласны будете? Лукьян Лукьянович тоже хотят увезти вашу сестрицу. Так я уж чтобы уж заодно-с. Прощайте, господин Бальзаминов. Вот письмо. Ой! Братья!
проснулись. Ой, скорей, сюда, быстро. Ой, ищу. Садись, угощайся. Иди. Что ж ты мне жениха? Скоро? Скоро, красавица моя, скоро. Сыщи хорошего. Коли есть жених на дне моря, я со дна моря для твоего удовольствия достану. Только уж и ты меня не обидь. Я не обижу, я добрая. Добрая, 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 добрая. Не слыхать ли на Москве разговору какого? Мало ли разговору, да всему верить нельзя. Войны не слыхать ли? Тихо везде, по всей земле замирение вышло. Земля трясется местами. Вот об этом слух есть. Нехорошо. Иисус же иди в гору Елеонску, за утро же паки приди в церковь, и все люди идяху к нему, и сету чаши их. Приведоши же книжницы и фарисеи к нему жену в прелюбодеянии яту, и поставишь ее посреди глаголыши ему... Да вот еще, для всякой осторожности надо тебе сказать, шайка разбойников объявилась. Да откуда ж они? Из диких лесов, говорят. Железные когти у них на руках и все на ходулях. По семи аршин ходули-то. А атаман в турецком платье. Почему на ходулях? Ну, для скорости, для страху. Может, это колокол льет? Ну, уж так точно, поверь моему слову. Вот... Видишь, забор-то. Так выше этого забора у них ходули-то. О! Руки свяжем и в части переча. За что? За то, что не лази по заборам. Вот ты мне скажи, как ты мою хозяйку-то испугала, а? Как? Так что теперь неизвестно, жива ли она дома? Боже мой, несчастный я человек. Полно сиротой это прикидываться. Она сейчас на манеру довеет пятый год, теперь замуж хочет идти. Из-за тебя такая мораль пойдет. Она по всем правам на тебя прошение за свое бесчестие подаст. Засунет тебя и сошлют, куда Макар телятный гонял. Понял? Меня не пугай.
Я тебе все, что ты хочешь, только ты не пугай меня. Ну вот что, 2000 целковых. Ну где же я возьму? Будут. Только ты из-под моей власти не на шаг. Что прикажу, то и делай. Вот, иди к хозяйке и говори, что влюблен. Она вдова, а состояние сверх границ. Понял? Я тебя отзолочу. Завтра, завтра условия подпишем. Говори одно слово. Влюблен. Целуй ручку. Да не мне. Иди умойся и к ней. А, ничего, ничего, не бойся. Знакомый хозяйки по ошибке. Домна Евстигнеевна, ничего, не бойся. Это знакомый по ошибке. Зачем же вы? Влюблен. А от чего? Через забор? От чувств. Вы не сердитесь на меня? А я никогда не сержусь. Я добрая. Вы что делаете? Я? Ничего-с. И я ничего. Скучно одной-то ничего не делать. А вместе веселей. Ну как же можно? Гораздо веселей. А вы хотите вместе? Даже за счастье почту. Пожалуйте ручку поцеловать. Нате. Подвиньтесь поближе. Я вас так. Вы любите меня. Я вас буду. Покорнейше. Вас благодарю. Ох, студена. Студена. У тебя водичка-то в озере. Самоварчик-то остыл? А? Он мне нравится. Ты мне его... Мне бы домой. Чтобы каждый день ко мне. Все это в наших руках. Уж очень они полны. А ты еще разговаривать стал? А ну ступай. Да куда ты? Через калитку ворота прямо, не бойся, тебя никто не тронет. Целуй ручку. Да... Господи, мне теперь гораздо веселее стало. Богородица, Дева, радуйся, благодарная Мария, Господь с тобою, благословенна ты, жена, и благословен плод чрева твоего. Проходите, проходите. Мальчик. Что ты, что ты? Матрёна? Матрёна?
Нет ли у нас тут где недалеко ворожей какой-нибудь, дешевенькой? А вам про что спрашивают? Об жизни, об счастье, обо всем. Есть тут одна. О пропаже гадает. Угу. Так и то по имени вора не называет. Вот спросит ее, кто, мол, украл. Угу. Она поворожит, поворожит. И скажет, думай на черного, аль на рябого. Да и только-то от старости, что ли, врет больше. Мне такое не надо. Ну, так, другой нет. Вот, такая у нас сторона, а уж самого необходимого и то не скоро найдешь. А на картах не гадает ли кто? Не знаю. Такая ты невнимательная женщина. Ни к чему у тебя любопытства нету. Так на что мне? Мне ведь ворожить-то не в чем. Гор золотых я ниоткуда не ожидаю. Угу. Без ворожбы как-нибудь век-то проживу. Кончено. У своей был, у той, что сваха-то говорила, был. Женюсь. На ком? На обеих. Господи! Да ты что, татарин, что ли? Да чувствуйся хоть малость! Маменька, маменька, я себе найду камердинера, а Матрёну прочь за грубость. У нее сколько? 150 000. О, и согласны за тебя замуж идти? Обе согласны. Только одна, чтобы увезти, а другая так, дома. И знаешь, что мне в голову пришло, Маль? Может, за Пижоновый сад отдадут в приданое? Тогда можно забор-то разгородить. Сады-то у них рядом. И сделать один сад. Разных беседок, аллей. Что, в самом деле, что ли, на обеих жениться хочешь? Вот, Майк, вот всегда вы меня останавливаете. Ну, я бы хоть помечтал бы, по крайней мере. Мечтай, мечтай, бог с тобой. Другой бы сын, получивший такое богатство-то, с матерью разговаривать не захотел. А я с вами об чем угодно. Нужды нет, что я богат. А я к вам с почтением. Миша. А которые лучше лицом-то из них? А мне, маменька, все богатые невесты красавицами кажутся. Я уж тут лица никак не разберу. Не надо огня! В потемках, маменька, мечтать лучше. Ну вот, теперь я могу себя представить как угодно. И в зале могу себя представить в отличной. И в карете, и в саду. А принесете вы свечку, я сейчас увижу, что я в самой бедной комнате, и все пропало. Ну, мечтай, мечтай. Нет, Майк, сам чувствую, что все начинает путаться в голове, даже страшно делается. А вот от чего это? От того, что я не привык думать, как богатые-то люди думают. Вот все думал, как бедные думают. Вот теперь богатство-то в голове и не помещается. Маменька, а что, если башню выстроить большую, чтобы всю Москву было видно? Можно будет там и голубей держать.
Чего? Будь моя дорогая. Ух ты мой. Пардон, мадам. Я здесь, Лукьян Федорович. Пора. Миш, ты куда? К Пижоновым. Я принес письмо, Лукьян Федорович, а там сказано, что сегодня ночью мы должны их увезти. Ты что, решился? Нет. Решиться я не решился. Если я решусь жениться на одной, то другую-то я ведь должен упустить. Так зачем же ты идешь? Ну уж, Майк, что будет, то будет. А бегать от своего счастья мне нельзя. А что же я буду делать? Я вас научу. Вот вы давеча говорили увезти. А куда их обычно увозят? Куда угодно. А на чем же я увезусь? Послушайте, я вас всему этому научу. А! А, залетная! Солидные ты люди, которые себе добраться желают. За каждой малостью едет к Ивану Яковлевичу в сумасшедший дом. Спрашиваются. А вы такое дело без всякого совета делаем. Ну, на грех ты из палки выстрелишь. Когда же мы с вами бежать будем? Пойдите вы от меня прочь, надоели вы мне до смерти. От того, что со мной никогда не посоветуешься. Ну, как же не подумать? Куда невесту увозишь? На чем? Я на Лукьяна Лукьяновича надеялся. Ох ты! Очень ему нужно в чужие дела впутываться. Нынче всяк сам о себе хлопочет. Если правду сказать, маменька, я точно в тумане был. Мне все казалось, вдруг сама собой явится коляска, и я привезу ее в дом к нам. На эту квартиру. Вы не поверите, маменька, я как
Бывало, начну думать, что увожу ее. Так мне и представляется, что у нас дом свой. Каменный. Ну, какая-то маменька обидна, вот, что все на свете так нехорошо заведено. Богатый женится на богатый, бедный на бедный. Есть ли в этом какая справедливость? Если бы я был царь... Thank you.
Матрёна, ты умеешь сны разбирать? Чего их разбирать-то? Там мало ли чего снится. Разные перевороты могут быть с человеком. Один из бедности в богатство приходит, а другой из богатства в бедность. Не видать, что это этих переворотов. Богатый так богатым и живет, а бедный-то его сколько ни поворачивай, он все бедный. Сон такой странный. Вижу, будто я на гулянии, что ли, так народу. Это к снегу. В августе-то месяце. А, говорит, к дождю. Да не к дождю. Ну, тогда я не знаю, к чему. Ну, не знаешь, так молчи. А молчу. Ну и молчи. А молчу. Ну вот. И вдруг вижу, плывет. Чего? Корабль. Уплывет что-нибудь. Сначала-то я вижу мост. А, ну мост это с квартиры съезжай. Да погоди, не перебивай ты меня. За мостом-то Китай. Это я не знаю, к чему. И Китай этот не земля, не город, а будто дом такой хороший. И написано на нем Китай. А выходит из этого Китая не китайки и не китайцы, а выходит Миша. И говорит, маменька, ну подите сюда, говорит, в Китай. И я вот собираюсь к нему идти. А народ сзади кричит, говорит, не ходи к нему, он обманывает. Китай говорит, не там, Китай на нашей стороне. И я так обернулась и вижу. Китай на нашей стороне точно такой же. А Миша такой веселый, пляшет, пойдет. Я поеду в Китай-город гулять, а я поеду в Китай-город гулять. К чему это? Ну, это вот режь ты меня сейчас на части. Это я не пойму, к чему приписать. Да у невесты, которую свах сватает, лавки в Китай-городе. Вот и весь ваш сон. Маменька! А! Вы лучше скажите, в каком я месяце родился? В мае. Вот мне всю жизнь и мается. Вот посмотрите, придет сваха, да такую весточку скажет, что на ногах не устоишь. А я никогда не закусываю. Я этой глупой привычки не имею. Потому я женщина ученая, очень ученая. Я все учение видела о своего супруга покойного. Вот, ты спроси. Спроси, чем я не бита? Кочергой бита, поленом бита, а печку бита. Печкой... Вот печкой не бита. Ой. Yeah.
Остановитесь! Я сейчас... Маменька! Маменька! Маменька, вы теперь смотрите, чтобы со мной что-нибудь не сделалось. Что же это? Маменька, батюшки, я теперь не Бальзаминов, а кто-нибудь другой? А ты говорила, что я дурак. А я и теперь от своих слов не отступлюсь. Миша, ты не обижайся, за умом не гонись. Так лишь бы счастье было. Деньгами-то мы и без ума проживем. Маменька, а дальше мне обидно было, что как денег-то нет и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Пускай говорят, я дурак. Дурак! Thank you.